мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики! Рада приветствовать вас на своем канале, на котором я обычно выставляю рецепты, очень простые, которые можно приготовить в домашних условиях. Итак, начинаем! Сегодня я буду готовить куриные рулетики, и сейчас покажу набор продуктов, которые нам нужен для этого. Я беру куриные бедрышки, я немножечко их отбила, немножечко, чтобы они были более плоские и заворачивать было легче. Кто-то любит грудки, могут делать из грудок, но для меня грудки очень суховаты для этого рецепта. Так как наши рулетики будут внутри с сыром, поэтому я приготовила здесь сыр, тертый уже, 4 видов. Здесь у меня сливки, ложка майонеза и ложка сметаны, 4 зубчика чеснока, специи любимые, конечно же, соль и перец, но и зубочистки. Начинаем готовить нашу начинку для рулетиков. Сметану и майонез добавляем в сыр. Теперь добавляем чесночок. Сейчас посолим и поперчим и будем перемешивать. Соль и перец. Солим чуть-чуть совсем. Теперь мы перчим немножечко и все перемешиваем. Такая смесь у нас получилась для наполнения рулетиков. Наше мясо мы посыпаем любимыми специями и натрем его с двух сторон. Здесь у меня уже добавлено немножечко соли, поэтому соли отдельно я не буду сыпать. Сейчас я натру, и они будут готовы. Так как я использую в своих специях кукурму, и вот такого желтого цвета красиво они получаются. Берем немножко отбитое уже бедрышко у меня. Оно без костей, без шкуры. Ложим на край, который у нас немножечко... Уже ложим нашу начинку таким образом и начинаем заворачивать. Мы начинаем заворачивать вот отсюда и к широкому краю нашего бедрышка. Таким образом, видите, вот так мы заворачиваем. Рулетик у нас готов. Теперь берем 2-3 зубочистки. В зависимости от размера мяса. И закрепляем наш рулетик. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот я приготовила форму для запекания и складывать буду сейчас наши рулетики. Я все мои рулетики уложила в форму для запекания. Посмотрите, видите, я их закрепила, чтобы они не открывались. У меня достаточно много начинки сырной. И сейчас, следующий шаг, я буду заливать рулетики сливками. Сливки. И буду заливать.
Сейчас я всю эту красоту присыплю зеленью еще перед отправкой в духовку для запаха и для красоты. Вот, готово. Сейчас я рулетики накрою фольгой и поставлю на 20 минут в духовку при температуре 200 градусов. Потом я их открою, и 10 минут они у меня будут тушиться в духовке без фольги. Готово. Вот наши рулеты я вытащила из духовки. Посмотрите, они сочные. Сейчас я их переложу, разрежу внутри и покажу. Как вы помните, я заливала сливками. У меня остался соус сливочный, сливочно-сырный. Сейчас я их полью. Вот такой вот соус. Очень вкусный. Видите, какой? Как всегда, немножечко солнышка вам из нашей Флориды. Готовьте по моим рецептам. Кому нравится, ставьте лайк. Спасибо, что вы были со мной. До скорых встреч!